Каждый понедельник во всех школах страны проходят торжественные линейки с выносом государственного флага и исполнением гимна. В Томилинской 18-й гимназии 4 сентября она стала особенной. Подробнее расскажем в сюжете. Полноценно вы сегодня идете и начинаете учиться в новом 2023-2024 году. Конечно же, я желаю всем учиться только на пятерке. Такого не бывает, поэтому к этому нужно стремиться. Но стремиться нужно познавать знания, впитывать их. Ребята, рядом с вами учится достойный гражданин нашей страны. И, конечно же, он вырастет абсолютно точно хорошим человеком. Гордей Рыбаков – обычный школьник, который в свои 10 лет стал героем. Отдыхая с друзьями у водоема, он увидел тонущего человека. Взрослых рядом не оказалось, и Гордей бросился на помощь. Мы шли на пруд, ну я, моя подруга и мой друг. Сидели дети на берегу, кричали неразборчиво. Я увидел, что там девочка всплывает. Я прыгнул в воду, достал ее со дна, подплыл к берегу, передал своему другу вот так вот в руки. Ему друг помог. Вот, она была вся синяя, он сделал ей искусственное дыхание, из нее вылилась вода. Это как мне ребенок позвонил и сказал, говорит, мам, я герой. Я говорю, а в чем же твой заключается героизм? Ну и вот он, давай всю историю прям рассказывать. Хочу, конечно, в дальнейшем, чтобы он всегда таким целеустремленным, помогал людям, спасал. Гордей Рыбаков учится в 4 классе, но с будущей профессией уже определился. Мечтает стать пожарным спасателем. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.